Два обзора на старые наборы по Звездным войнам готовы. Теперь можно и замок доделать, в принципе. Я его уже поставил на кухню. И на большой стол, там удобнее и снимать, и оттуда свет получше. Ну и, естественно, удобнее как-то обходить, чем здесь, так как многие даже не видели, что с внутренней части замка вообще находится. Я сейчас, конечно, немного покажу, но потом все вы увидите уже в заключительном видео, которое выйдет, я надеюсь, сразу после этого. Итак, замок у меня теперь здесь. Можно его так обойти со всех сторон, глянуть. Вы видите, здесь я уже показывал, у меня типа голем такой в цепях весь, сетка. Итак, сзади у нас здесь будет подвалы, это я уже как-то показывал, тронный зал и сверху еще несколько комнат, спален и так далее. Но покажу это чуть позже все точно подробнее. Здесь сад, кто не видел. Точнее, такой типа небольшой деревушки, которая у замка стоит. У подножья замка. Все подробнее уже в видеообзоре. Сначала, ну как лучше сделать, я не знаю, наверное, скорее всего, одно видео просто без голоса, музыка. И показываю сам замок. Ну, такое коротенькое, на 2-3 минуты. И потом уже длинное видео с голосом. Уже кто хочет, может посмотреть, кому, в принципе, у кого есть много времени, может глянуть, посмотреть обзор. Я буду все рассказывать, как я делал, как переделывал, какую технику использовал, ну, технику именно постройки самой, строительства, как буду некоторые там, допустим, разбирать, показывать, как я сделал это, как я сделал то, все. Ну, обзор, то есть, думаю, будет подольше, минут так на 15, может даже на 20. Вот, как вы оцениваете эту идею, напишите тоже в комментариях. А пока я сейчас потихоньку все буду детали, которые мне нужны, перетаскивать на кухню, доделать уже внутреннюю часть. Посмотрю, что там еще сделать по детализации замка самого немного. Вот серых деталей достал. Также таких золотых и серебряных. Много еще надо будет чего найти, это включая еду, всякие щиты, оружие, можно еще чуть немного и зелени сделать будет, чтобы все прям было четненько и красиво, и замок уже полностью был доделан. Ну, вроде с той кучи пока еще ничего не буду вытаскивать, но хотя посмотрим. И давайте поговорим быстренько насчет следующей моей постройки. Я очень хочу сделать Эндор. Это, как вы помните, планета, на которой находился лазер, защищающий вторую звезду смерти, который создавал поле защитное. И почему именно Эндор? Потому что у меня, в принципе, для постройки Эндора все есть. Это, во-первых, ATST. У меня там есть, вон он, как вы видите, AT-AT. Также приехать в Новороссийск и там забрать шаттл. Много повстанцев, всяких спидеров. Есть много и штурмовиков. Например, вот отсюда и офицеров. Есть и люк, и все главные герои. То есть есть все полностью для постройки. Тем более Эндер я не строил. И, в принципе, можно будет делать, я думаю, будет прикольно. Только делать не сам этот лазер, а, получается, вот эти станции, которые там были, к которым подходили шагоходы, и на них сверху стоял шаттл. И вокруг него лес, ну и что-нибудь придумать еще. Но это давайте позже, в следующем видео, уже после, наконец-таки, закончим замок, и после замка уже будем разбираться с другой постройкой. Напишите в комментариях, как вы оцениваете мое предложение. Думаю, вам понравилось это видео, и до скорых встреч, скоро замок, все, надеюсь, кто ждал, дождутся, уже скоро, 2-3 дня, и все будет готово. Может, даже сегодня, я еще точно не знаю, как
сколько у меня будет свободного времени. Ну, в принципе, все. Всем пока.